Всем привет! Сегодня я вам покажу микрофайтеры пятой серии, конструктор Лего, Звездные войны, номер набора 75196. Это у нас... А что это у нас? А-Винг против истребителя TI. Что-то так. В наборе у нас две конструкции, даже три. И две мини-фигурки. Также у нас две инструкции. Вот такое вот количество. То, что у нас осталось после сборки. Если кому-то интересно, вот, чтобы вы могли иметь представление. Откладываем. Коробочку. Коробочку давайте еще раз посмотрим. Вот такая вот у нас коробочка. Она обычно микрофайтеры в половину. Они такие квадратные коробочка. Это такая вот более продолговатая. И вот у нас здесь у нас какая-то сценка разыграна. Также здесь у нас показаны. Простите за свет. Против солнца снимаю. Ну, вы меня простите уже. Другие наборы, которые идут. Вообще все наборы, которые идут в этой серии. В пятой серии микрофайтеров. С первого пакетика мы собираем микрофайтер и вот такую небольшую построечку. Здесь у нас, наверное, сиденье или что-то такое, такой гаечный ключ и вот такая вот, как правильно называют, флип-ракетка. Вот такая вот построечка. Ясненько. Теперь у нас А-Винг, истребитель Винг. Это у нас по фильму «Последний джедай». Вот здесь у нас немножко пилот такой вот. Так. Ну, я его отдельно покажу. Посмотрим на сам микрофайтер. Как он вот сделан. Функции. Из функции у него вот так чуть-чуть можно изменить вот двигатель. Ну, так совсем чуть-чуть. И вот эти от нажатия там что-то в таком духе. Ну, да. Пусть лучше всего... Лучше всего... Я не знаю. Можно его пустить на детали. Можно просто, как сказать, в коллекцию микрофайтеров таких маленьких звездных кораблей. Если нет возможности собирать огромные вот эти махины, которые... Я даже не знаю, есть ли вот такой вот корабль в Лего Звездные войны в таком вот, как вот этот А-Винг. А, есть вроде бы, да, есть. Да, есть, по-моему, такой. Но они же супер дорогие, поэтому, кому интересно, такие кораблики по Звездным войнам, космические корабли, то можно собирать вот такие микрофайтеры. Ну, понятно, что дорого. Так, теперь посмотрим на саму фигурку. Кто это у нас? У нас это просто пилот. Вот такой вот у него торсик. Этого пилота или женщины-пилота. Непонятно. Наверное, женщина. Так. Теперь смотрим со спины. Вот такой вот. Шлем. Такие всякие. Ну, прикольный пистолет. Без этих всяких бластер, без всяких этих приколов. Так, шлем снимаем. И у нас есть второе выражение лица. Вот такое, наверное, это девушка. Видите, с такими какими-то накрашенными бровями. Глаза подкрашены. Короче, девушка. Ну, так как должна быть в космосе, поэтому у нас на одном из лиц да, нарисован типа шлем. Поэтому садим ее в свой этот звездолет, истребитель. Ну, прикольный, можно, наверное, на детали использовать. Ну, это уже ваши дела. Так, теперь смотрим на истребитель. Так как вот здесь сидит у нас Кайло Рен, будет у нас истребитель Кайло Рена. Что у него из функции? У него может вот так вот, вот эти штуки. Можно вот так вот, не знаю зачем, ну так можно сложить и вот так вот сделать.
На что это похоже, без понятия. Так. И собрали, ну, вот такой истребитель TI. Точно так же у него здесь вот внизу вот есть вот эти ракетки. Так как у истребителя Авинга есть еще одна запасная, то у истребителя TI почему-то их только две. Затем сниму Кайло Рена. У него еще здесь вот есть принтованная деталь управления истребителем. У истребителя Авинг такой детали нет. Ну, понятно, что ракетка вылетает. Вот все. Ничего тут больше такого нету. Отставляем и смотрим на нашего зловещего Кайло Рена. Так. У Кайло Рена вот такой принт спереди. Так, у него даже есть принт на ногах. Вот. О, класс, солнце спряталось, все видно. Здесь я ему установил такое зловещее лицо. Такое. Так, разворачиваем. И у него есть вот такое лицо. И вот видите, у него даже есть тоже на спине вот такая вот красивая штучка. По бокам никаких рисунков нет. Вот такой вот Кайло Рен. Здесь у него нету его такого его шлема. Просто сидит вот в открытом космосе, летает на своем истребителе за повстанцами. В принципе, чем классно, что здесь нету наклеек в этих наборчиках. Что еще? Два набора. Хороший и плохой. Персонажи. Конечно, Кайло Рен должен был бы с этой Рей сражаться, а не просто с какой-то барышней. Но это такое дело. Товар. Ну, дорого, но если будет со скидками где-то и у вас получится все это купить, рекомендую, потому что не все могут себе позволить большие корабли. А это маленький, но как-то стилизированный под настоящий. Настоящий, да. Поэтому большое спасибо вам за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо тем, кто переходит на другие видео. Всем пока!